Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня мы читаем поэму Фердоуси Шахнаме. Составшего душу и ум, над кем не подняться парению дум, кто место всему и название дает, дарует нам благо, ведет нас вперед, он правит вселенной, над небом царит, он солнце зажег и луну, и на хит, он выше примет представлений имен. В зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысли не отыщут пути, превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством, обнять невозможно душой и умом. Хоть разом порою в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойной Творца нам хвалы не сложить, ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму, в творении совсем не вместится ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь, сомнений праздной мысли забудь. Слушай ему, истину должно искать, в его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг, от знания душой молодеет старик. Тут слову предел, выше нет ничего, уму недоступно Творца существо. Слово о разуме. О мудрый, не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли победой своей, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Зет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь разум богатство, нужда без него. Доколе рассудок во мраке, вовек отрады душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной как чужого тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастный, чей разум угас. Не разум лег от души, не найти с незрячей душою благого пути. Он первый среди вечных созданий Творца, он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь — трое стражей твоих, и благо, и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть, дерзнувшего кто бы услышал, ответь.
начал. Послушай рассказ о начале начал. Явил сокровенную силу свою Создатель. Он быть повелел к бытию. Не зная труда, сотворил естество. Возникли стихии по воле его. Четыре их. Пламя, что светит всегда, и воздух под ними, земля и вода. В начале движения огонь родило, и сушу затем породило тепло. Наставшим покоем был холод рожден, и холодом влага, таков уж закон. Они назначение совершая свое, творили на юной земле бытие. Из пламени с воздухом, суши с водой, рождаясь, явления текли чередой. Возник над землей вертящийся свод, являющий диво за дивом с высот. Он правдой и милостью мир озарил, по воле даритель знания и сил. Все в стройность пришло над пространством земли, и семь над двенадцатью власть обрели. Воздвиглись одно над другим небеса, и круговорот мировой начался. Возникли моря и холмы, и поля, сияющим светочем стала земля. Рождение гор, бушевание вод, и вот уж пылинка из почвы встает. Возвысится время настало земле, да то ли она утопала во мгле. Луч яркий звезды в вышине заблестел, и светом земной озарился предел. Вознесся огонь, вот и вниз потекли, иначе
противиться горькой судьбе, и корень основ в этом мире и в том, и чистым предстал перед высшим судом, подумая о своде небесном, что нам недуг посылает и дарит бальзам. Не старится он от течения времен, трудами, печалями не изможден, не зная покоя, совершает свой бег, и тленью, как мы, не подвержен вовек. Награду нам шлет, судит наши дела, не скроешь от неба ни блага, ни зла. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания.